Не юбилейный, но самый мощный за десятилетия. Военный парад 9 мая на площади Куйбышева может быть примером для других регионов, уверены в Самарском союзе генералов. Больше 2000 военнослужащих, сотрудники МЧС, ФСИН и МВД. Впервые в строю и женщины российской армии. На площади Куйбышева парад и шествие бессмертного полка увидели больше 40 тысяч жителей гостей Самары. Самара такой город, который в данном случае этим парадом продемонстрировал то, что мы помним 9-е, помним победителей и отдаем им честь. Невероятным по силе эмоций стало шествие бессмертного полка. В этом году портреты своих родных несли больше 30 тысяч человек, почти вдвое больше, чем год назад. Ольга Лепешкина шла с фотографиями отца и дяди. И слезы текли, и смеялись. Когда вышли на площадь, особенно была такая тишина и только вот эти вот аплодисменты. Бессмертный полк, он объединяет всех жителей, да, и которые действительно благодарны нашим ветеранам, которые действительно помнят и чтут память павших, которые ковали для нас эту победу. В этом году больше 300 тысяч самарских школьников и студентов колледжей торжественно пообещали ветеранам быть достойными их героизма и мужества. По самарскому примеру, акцию «Будем достойны» хотят проводить и в других регионах. Мы предложили всем образовательным учреждениям нашей Самарской области, всем школам, колледжам подключиться к акции памяти героев «Будем достойны». Очень важно, чтобы все наши молодые поколения поддерживали память о тех людях, да, кому мы обязаны своей жизнью, нашим мирным небом над головой. Ветеранам, труженикам тыла и людям, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи, в этом году вручат памятный знак «Куйбышев – запасная столица». Таких наград будет около 100 тысяч. По инициативе губернатора Николая Меркушкина теперь каждый год День Победы будут праздновать как юбилейный. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.